Добрый день, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Ирин, я хочу зачитать вам комментарии зрителей, которые мы получили после передачи по книге «Нансен через Гренландию». И что пишет наш телезритель? Вот интересно, что движет этими исследователями, Нансеном и ему подобным? Авантюризм, амбиции, безбашенность и адреналин, желание заработать и прославиться или миссия какая-то перед человечеством? Или, как у Высоцкого в песне, лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Ведь все исследования не просто сложные и тяжелые, но и порой смертельно рискованные. Вот такой вот комментарий пришел от телезрителей. Да, на самом деле вопрос да, очень тяжелый интересный, комментарий. Мне кажется, на него однозначный ответ получить невозможно, потому что у каждого путешественника своя цель. Даже у одного и того же путешественника в разное путешествие может быть абсолютно разные цели. Например, один поход ты идешь для того, чтобы выиграть чемпионат России по спортивному туризму, а второй поход ты идешь просто для того, чтобы посмотреть это место и насладиться пейзажем. Ирин, мы сегодня ожидаем новых победителей. Вот расскажите, пожалуйста, как зрители справились с вашим заданием? Все ли удалось? Все получилось? В конкурсе на вопросы по книге «Спасение челюскинцев», как погиб пароход и выжили люди на льдине в Арктике, у нас сегодня два победителя. Это Чеботарева Елена Владимировна и наша уже постоянная зрительница и постоянно отвечающая на вопросы Макарова Наталья Владимировна. Мы им дарим за эту книгу для подробного изучения истории о спасении челюскинцев. Слушайте, мне кажется, наши телезрители уже собрали сервиз из наших кружек, целый гардероб одежды и целую библиотеку книг. Это прекрасно. Расскажите, Ирина, о какой книге сегодня вы нам расскажете? Что будет за история? Ну, сегодня я вас немножко тоже остужу. Мы тоже отправимся в Арктику с вами. И сделаем с вами последнее крупное, грандиозное географическое открытие. Откроем Северную Землю. Познакомимся с неизвестным героем этого события Борисом Андреевичем Вилькицким, которого называли русским Колумбом 20 века. А помогут нам в этом книге вот такие открытия Северной Земли. Русский Колумб 20 века Борис Вилькицкий. И вот такая большая книга – это «Забытые герои Арктики». Автор Ник Кузнецов. И по традиции, я хочу напомнить наши правила. По ходу рассказа я буду задавать вопросы, а за правильные и более полные ответы вы получите призы от издательства «Паулсен». Свои ответы присылайте на нашу страничку ВКонтакте. Ну, и так в путь. Все, наверное, читали роман Валентина Каверина «Два капитана». Так вот, как раз описывается открытие Северной Земли, и открыл его капитан Татаринов. А кто же на самом деле открыл этот архипелаг? Главный архипелаг очень интересный, он с двумя и даже с тремя названиями. Одно его первое самое название Тайвай, потом его назвали архипелаг Николая II, а сейчас он носит имя Северная Земля. Архипелаг Северная Земля стал одной из последних изученных частей нашей планеты. На открытии архипелага завершилась целая плеяда великих географических открытий. Это была последняя неизвестная точка, которую открыли на Земле. Но почему же его открыли самым последним? Архипелаг Северная Земля находится в Северном Ледовитом океане к северу от полуострова Таймыр. Он располагается всего лишь от северной точки мыса Челюскина в 55 километрах.
Но почему его так и не видели никто? Это объясняется большим ледовитостью окружающих вод и частыми туманами. Моряки, проплывая мимо архипелага Северная Земля, просто его не видели. Хотя многие ученые подозревали, что Северная Таймыра должна быть Земля. Она должна была существовать. В составе архипелага входят 4 острова. Они названы Большевик, Комсомолец, Октябрьская революция и Пионер. И несколько мелких. Площадь архипелага совсем не маленькая, 37 тысяч квадратных километров. Постоянно дуют северные ветра, и зимой температура опускается до минус 47. Постоянное население нет. 47 площади Северной Земли покрыты льдами. Спускаются в море ледники и образуют айсберги, что удивительно для Северного Ледовитого океана. Вопрос, что называется айсбергами и почему большая часть айсберга находится под водой? Свободная от льда поверхность покрыта каменными россыпями. Зимой температура, как я уже сказала, здесь бывает до минус 40-минус 50 градусов. Часто дуют штормовые ветры. А летом температура колеблется около 0 градусов. Растительность представлена мхами, лишайниками и иными цветочными растениями, такими как полярный мак, каменоломка, лесохвостом. Но самое оживленное место на архипелаге – это птичьи базары. И еще один вопрос. Что это птичьим базаром? И назовите обитателей этих базаров. Обычные обитатели острова – это лемминги, песцы, ну и, конечно, белый медведь. Так вот, только в 1913 году эта величественная земля с прекрасными фьордами, горами и ледниками была наконец обнаружена. 4 сентября 1913 года экспедиция под командованием Бориса Андреевича Вилькицкого впервые высадилась на архипелаге Новая Земля. Ну, давайте по порядку. После поражения в русско-японской войне царское правительство особенно огромную важность поняла в Северном морском пути. По одобренному адмиралтейством представлению главного морского штаба и докладу морского министра Воеводского 31 августа 1910 года было решено учредить гидрографическую экспедицию для исследования Северного Ледовитого океана от Берингового пролива до устья реки Лены. Экспедиция была крупным достижением России. Главным организатором ГЭСЛа, так мы будем дальше называть эту экспедицию, был Андрей Ипполитович Вилькицкий, генерал, начальник главного гидрографического управления морского министерства. Была собрана замечательная плеяда исследователей, опытных мореходов и полярников. Ни одна страна в мире, кроме России, не имела необходимых кадров, технологий и знаний для подобного предприятия. Специально для ГЭСЛа было построено 2 первоклассных ледокола – это «Мыр» и «Вайгач». В 1909 году с верфи в Санкт-Петербурге сошли 2 судна-близнеца – «Таймыр» и «Вайгач». Эти пароходы ледокольного типа водоизмещением 1292 тонны каждый строились специально для длительных гидрографических экспедиций в Северных морях. Из Санкт-Петербурга они направились в Средиземное море, прошли Суэцким каналом и вышли в Индийский океан, взяли курс на Дальний Восток. Ледоколы по Владивостоку в июле 1910 года. За несколько навигаций в период с 1910 по 1912 год судам под руководством известного военного гидрографа Ивана Сергеева удалось исследовать морское побережье вблизи устья Колымы, а затем и Лены. Они дошли до восточной оконечности полуострова Таймыр и острова Петра, но прочные льды заставили их 5 сентября развернуться и завершить плавание. В новое плавание суда отправились только в 1913 году, планируя продолжить исследование моря Лаптевых на запад от устья Лены. В разгар экспедиции ее руководитель Иван Сергеев тяжело заболел, поэтому на его должность заступил командир Таймыра, капитан ранга Борис Андреевич Вилькицкий, сын Андрея и Литовича Вилькицкого. Давайте познакомимся с нашим героем. Борис Андреевич Вилькицкий родился 22 марта по старому стилю
по новому стилю 3 апреля 1885 года в семье великого русского гидрографа и исследователя Арктики, а позднее и начальника главного гидрографического управления русского флота Андрея Ипполитовича Вельгицкого. С раннего детства ему прививалась любовь к родине и глубокое понимание своего долга перед Отечеством. Эти принципы стали фундаментом его мировоззрения и базой для принятия важнейших решений в жизни. 1 сентября 1897 года Борю Вельгицкого приняли воспитанником в морской кадетский корпус. Капитан первого ранга Драгон вспоминал о нем. Это был прелестный капризный ребенок, баловень судьбы, страшно талантливый, с блестящими, но обычно непроработанными проектами. Бобочка был милый, интересный собеседник с детским открытым взглядом и порывистыми движениями, напоминавший иногда доброго сенбернара. Учился он всегда плохо, то есть не занимался, но ему это и не надо было, все как-то само давалось ему. Очень часто на корпусные приемы приходила строгая генеральша Вельгицкая посмотреть на своего баловня, а с ней появлялись две на редкость красивые молодые девушки, старшие сестры Вельгицкого. Они были так хороши, что некоторые гардемарины проникали незаконно на прием, чтобы только искоса посмотреть на этих барышень. А когда наступали экзамены, то эти же сестры сидели над Бобочкой и заставляли его хоть раз прочесть учебники соответствующих предметов. Но отец видел главное в сыне. Незадолго до выпуска сына Вельгицкий-старший писал тану первого ранга Григоровичу, будущему морскому министру, командующему тогда броненосцем «Цесаревич». «Многоуважаемый Иван Константинович, еще в 1898 году, когда мой сын был в младшей роте морского корпуса, я выражал вам свое искреннее желание, чтобы сын свою службу начал под вашим начальством. Мечты его быть младшим штурманом, так как всей науке он очень силен и любит ее. Я вам скажу откровенно, что если вы его к себе не возьмете, я кого из командиров просить больше не буду. Пусть тогда его устраивает собственная его судьба, потому что я только в вас вижу сочетание редких внутренних и внешних достоинств, которое удовлетворяет мои представления, каким должен быть морской офицер. Итак, в 1903 году Борис Вельгицкий закончил морской кадетский корпус. Григорович внял в просьбе его отца и взял его к себе. Борис Вельгицкий был назначен на броненосец «Цесаревич», который достраивался во Франции. Совершил на нем плавание к Порт-Артуру в составе первой русской тихоокеанской эскадры. Вскоре началась русско-японская война. Группа молодых офицеров организовала строительство в мастерских порта небольшого подводного минного заградителя «Порт-Артурец». Его командиром стал именно молодой мичман Борис Андреевич Вельгицкий. При этом он еще частенько отправлялся на передовую, чтобы испытать себя в деле. В одном из рукопашной стычки японец ударил его штыком в грудь. Рана оказалась очень тяжелая. Но Борис Андреевич поправился. За боевые заслуги был награжден орденами Анны IV степени, Станислава III с мечами и бантом, Владимиром IV степени с мечами и бантом. После окончания войны с Японией Борис Вельгицкий поступает в морскую академию, оканчивает ее с отличием и в 1908 году получил звание старшего лейтенанта. Совершил заграничное плавание, а потом был назначен на должность флагманского штурмана в штаб начального морских сил Балтийского флота к адмиралу Николаю Эссену. Но в 1913 году Борис Вельгицкий подал рапорт с просьбой назначить его в Гесло на должность командира ледоходного парохода «Таймыр». Но об этом назначении категорически был против его отец. Об этом, в частности, писала мать исследователя в письме Григоровичу от 28 декабря 1914 года. В это время ее уже сын зимовал в Арктике. Покойный Буш был против того, чтобы Борис был участником этой экспедиции в качестве командира судна, мотивируя тем, что если ему, как отцу, необходимо будет рьяно заняться поиском экспедиции, если, не дай бог, с ним что-нибудь произойдет и будет необходимость. Но отец умер, и преграда была разрешена.
и в феврале 1913 года командиром Таймыра был назначен Борис Андреевич Вилькицкий. Летом 1913 года суда вышли в свое четвертое полярное плавание. Решительные, а порой и рискованные нововведения нового командира обеспечивали успех экспедиции. Он разрешил судам автономное плавание даже вне зоны радиосвязи, что значительно расширило район исследования. Таймыр и Вайгач впервые в истории полярного мореплавания обогнули Новосибирские острова севера. Хроника последнего в 20 веке великого географического открытия укладывается в несколько строк. Но сколько же трудов целых поколений полярных исследователей стояло за ними. В конце августа ледоколы шли вдоль восточного побережья полуострова Таймыр, приближались к мысу Челюскин. Но вскоре путь им преградили тяжелые льды. Только к северо-западу была небольшая полынья, по ней они и поплыли. 2 сентября по новому стилю, по курсу судов, встретился неизвестный невысокий остров, впоследствии названный Малым Таймыром. В тот же день на встречу стали попадаться айсберги. Это было неожиданно. На всем протяжении от Берингового пролива до устья Лены плывущие ледяные горы нигде не встречались, а берега Северо-Восточной Азии и Арктических островов были невысокими и не имели следов оледенения. Все это давало понять, что экспедиция входит в совершенно неисследованные части акватории Ледовитого океана. В середине следующего дня, 4 сентября, суда приблизились к одному из мысов настолько, что на берег была спущена первая партия. Здесь, на мысе Берга, состоялась церемония поднятия российского флага. Начальник экспедиции капитан Вилькицкий зачитал приказ, где были такие строки. «В поисках Великого Северного пути из Тихого океана в Атлантический нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто и не думал. Мы установили, что вода на север от мыса Челюскина не широкий океан, как раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение. Оно объяснит многое в распределении льдов океана и даст новое направление поискам Великого пути. Неизвестную землю заметили на обоих ледоколах почти одновременно. На шедшем впереди Таймыре ее заметил доктор Старокодомский, выйдя на палубу ранним утром 3 сентября и оглядев водную гладь по курсу ледокола, он вдруг справа высокий берег, переходящий в плосковерхую возвышенность. Вскоре вахтенный офицер Гойнинген Гюне тоже увидел землю и подал сигнал. В это же время на Вайгаче берег увидел вахтенный лейтенант Евгенов. После обмена сигналами суда приблизились к земле. Но пристать к ней мешал мощный слой ледяного припая. Весь день ледоколы шли вдоль берегов возвышенной суши, на которой за полосой прибрежных террас высились столовые горы, увенчанные шапками ледников. Гидрографы экспедиции вели дистанционную съемку земли, мыса, залива и небольшие острова. Еще около суток ледоколы двигались вдоль берегов к северо-западном направлении, но уже чувствовали, что полоса свободной воды сужается, и вскоре тяжелые льды заставили суда остановиться. Так и не убедившись в том, что они добрались до северной оконечности неизвестной земли, корабли легли на обратный курс. Открытая суша получила от моряков рабочее название – «Земля Тай-Вай». Моряки понимали, что это временное название. И вот вопрос – что же означает название «Тай-Вай»? Впоследствии чиновники морского министерства предложили назвать новую землю землей императора Николая II. В январе 1914 года государь-император милостливо согласился принять предложенный проект. Позднее, в 1926 году, правительство СССР переименовало название земля императора Николая II на Северную землю. Вторая попытка добраться до мыса Челюскина снова не удалось. И ледоколы повернули на восток в сторону Берингового пролива, куда подошли 5 октября 1913 года. А через 5 дней из американского поселка Сан-Майкл на берегу Аляски они отправили телеграмму в Петербург с кратким рапортом о результатах похода.
1914 год должен быть стал решающим в прохождении самого сложного таймырского участка Северной трассы. Но уже в начале пути на подступах к мысу Дежневу экипаж получил радиограмму, в которой говорилось о начале Первой мировой войны. В первые недели боев, еще не понимая масштаб происходящих событий, петербургское руководство предписало исследователям продолжать свои работы в соответствии с намеченными планами. Но уже в сентябре они получили строгое предписание следовать на зимнюю стоянку на запад в Архангельск. В тот год ледовая обстановка не благоприятствовала плаванию на север вдоль берегов Адли, но позволяла пройти к ее южному берегу. Гидрографы закартировали берега южного острова и высадили на берег исследовательскую партию. Но дальнейший путь в западную часть пролива был закрыт, и после ряда маневров ледоколы встали в 15 милях друг от друга около полуострова Челюскина. К началу нового 1915 года стало очевидно, что надежды на удачную охоту и рыбалку не оправдались, и продуктов для экипажа судов не хватит. А на Таймыре было 50 человек, а на Выгаче 48. К счастью, в 150 километрах западнее ледоколов у мыса Вильда зимовало норвежское судно «Эклипс». И радисты ледоколов установили с «Эклипсом» устойчивую связь, а сигналы норвежцев, имевших более мощный радиоприемник, в очередь достигали русской полярной станции в районе Югорского шара. Так удалось наладить обмен радиограммами с руководством в Петербурге. Гидрографическому управлению в короткие сроки удалось организовать зимовщиков посильную помощь. Из Дудинки силами местного энтузиаста-полярника Бегичева к северному побережью Таймыра был направлен караван оленьих упряжек. С помощью гужевого транспорта удалось доставить зимовщикам некоторые запасы продуктов и вывести часть экипажа судов в низовье в поселок Гольчиха. Через 2 месяца сюда за моряками зашел ледокол «Вайгач», освободившийся ото льда. Экспедиция продолжила свой путь. Навигацию 1915 года ледоколы продолжили гидрографическую съемку у северо-западного побережья Таймыра. Этим переходом Вилькицкий доказал возможность судоходства в арктических морях. Между Карским морем и морем Лаптевых был открыт пролив. А 16 сентября экспедиция прибыла в Архангельск. Здесь мореплавателям была организована триумфальная встреча. Вилькицкого называли российским Колумбом. Всем участникам наградили орденами, выплатили им жалования, предоставили отпуск. Но многие моряки тут же подали рапорт с просьбой о зачислении на корабли военно-морского флота. В условиях мировой войны триумф полярной экспедиции прошел совсем не ярко, как мог бы пройти в мирное время. А что же было дальше? А дальше неизвестная суша привлекла внимание ученых из многих стран. Но экспедиция по разным причинам срывалась. Экспедиция Руаля не удалось обследовать землю во время зимовки судна «Мот» мыса Челюскин в 1919 году. Потерпел катастрофу дирижабль «Италия», с которого Умберто Нобель в 1928 году предполагал провести аэрофотосъемку Северной земли. Тем временем, в связи с освоением Северного морского пути, знания о земле приобретали большое практическое значение. Ее считали препятствием, которое не позволит вблизи полуострова Таймыр обходить с севера тяжелые льды. Кроме того, здесь пересекались интересы политиков. После октябрьской у Советской Республики появилась необходимость удержать полярные острова. Канада и Англия уже сделали попытку присоединить к себе остров Врангеля. Советское правительство утвердило территориальную принадлежность островов, открытых в 1913-1914 годах русскими моряками, но всерьез опасалось, что под видом исследования Северной земли на ней могут обосноваться иностранцы. Необходимо было срочно организовать туда экспедицию, и в ноябре 1922 года особо уполномоченный Совета
труда и обороны по Северному морскому пути Красинский обращается в правительство с просьбой 903. Ну, а мы хотим сказать о том, что мы находимся... Да. Да, в прямом эфире, и вся наша жизнь в данный момент зависит от интернета. Сейчас мы постараемся устранить все технические неполадки, дослушать эту интереснейшую историю. Хочется сказать, знаешь как, Коль, на самом интересном месте. А это рекламная пауза, друзья, вот как в телевизор. Я давно не смотрю, но в детстве, когда я смотрел, ты так смотришь фильм завороженный, и тут, а сейчас рекламная пауза. И... История от Кристины. Кристина, расскажи, пожалуйста, где твое любимое место на маршруте в Краснодарском крае вдоль реки Кизинчи? Что тебе там больше всего запомнилось? Слушай, мне очень нравится на Дольменах, потому что там ловит интернет, и все дети начинают звонить своим родителям и рассказывать, как им классно, какой замечательный у них поход. Ну, а такое из того, что прям запоминается, это, наверное, смотровая площадка, все они прекрасно знают, на скалах Кизинчи туда, правда, нужно очень долго-долго подниматься, но, друзья, оно того стоит, когда ты видишь эти замечательные горы, и можно сказать, что ты облака трогаешь руками, а какие красивые фотографии получаются на фоне этих гор. И я помню, ребенок один раз сказал, я такое видел только на заставке в Яндексе. Или когда компьютер включаешь, там появляются такие горы. Но Краснодар все-таки, Коля, я разделяю твою любовь к Краснодару. Мне тоже он очень-очень нравится и запал мне в душу, наверное, на долгие-долгие мои годы. Как говорят, будут внуки, буду им рассказывать. Слушай, но... При всем моей любви к Краснодару я не могу все время нахваливать только его, потому что я бывал в Карелии, я бывал и в Саянах, и там безумно красивые места. Например, в Карелии я впервые смотрел, как ночью, в 2 часа ночи, сидя на берегу озера, ты наблюдаешь, как солнце просто не садится. И это настолько красиво. Белые, действительно белые ночи. Я когда туда первый раз приехал, первый день, для меня новая площадка, у меня группа ребят, ребята были слабослышащие. Я говорю, ребят, все, нужно ложиться спать. Они говорят, светло же. Я такой, ну да, действительно светло, вроде дела все сделали, смотрю на часы, 11:30 ночи. Я говорю, нет, друзья, надо ложиться спать. Они говорят, хорошо, ложатся по палаткам и там шушукаются, общаются на жестах, кто-то разговаривает. И мы сидим с инструкторами, они говорят, ты своих спать не будешь укладывать? Я говорю, ну сейчас это, хотя бы солнце зайдет. Я говорю, что я их по-светлому загонять буду? А мне говорят, Коля, оно не зайдет, еще недели две не зайдет. Бессонные ночи понял, в Карелии. Да, Коль, а у нас еще была один раз, знаешь, какая история? Мы были в Бугунже. Бугунже, ты приезжаешь и... спишь в палатках, то есть лагерь находится базовый, тоже ты ночуешь в палатках. И один раз ребенок по окончанию уже похода, мы приходим назад в базовый лагерь, он дозванивается до своих родителей, она ему говорит, Максим, ну как твои дела, как тебе поход? Он говорит, мама, я 10 дней жил на улице, говорит, ты представляешь, каково это? И я, говорит, думал, что мы сейчас приедем, заселимся. Пансионат, но нет, мы жили в палатках. А нам сейчас говорят о том, что Ирина готова выйти снова и рассказать нам эту замечательную историю. Коля, а мы с тобой скорее слушать. Отлично, Ирина, мы готовы продолжить. Итак, реклама закончилась, друзья.
Так, друзья мои, во время Первой мировой войны Вилькицкий, конечно, воевал и получил самую высокую награду – Георгиевское оружие. А вот после революции советское правительство хотело, чтобы он работал на нее и, конечно, обследовал Северный морской путь. Но, увы, в 20-е годы Вилькицкий эмигрировал в Норвегию, потом в Англию. Советское правительство несколько раз предлагало ему вернуться на родину. Только в 23-4 году он возглавил третью и четвертую карские экспедиции по морской части. Но в 25-м году Вилькицкий вернулся в Англию. Здесь он трудился на коммерческих кораблях. В 26-28 возглавлял команду по изучению гидрографической обстановки в Нижнем Конго, где очень подорвал свое здоровье. После чего уже возвращение в Арктику было невозможно. Он работал в Брюсселе бухгалтером и переводчиком на русский язык, преподавал русский язык. Существует свидетельство о том, что во второй половине 50-х годов он рассматривал вариант возвращения в СССР, но это не состоялось. Умер Борис Андреевич Вилькицкий в русском доме для престарелых на окраине Брюсселя 6 марта 1961 года. О его смерти сообщили все крупнейшие западные издания, посвященные именно теме Арктики. А в 1964 году вышла большая статья, посвященная Борису Вилькицкому в «Летописи Севера». Одним из ее авторов был как раз Евгенов, тот, кто на Вайгаче увидел Северную землю. В статье было справедливо подчеркнуто, что труды Бориса Андреевича Вилькицкого и его сподвижников вернули России право на почетное место в ряду стран-исследовательниц арктических морей. В 1996 году исполнялось 300 лет российскому флоту, и прах Бориса Андреевича Вилькицкого был перенесен из Брюсселя в Санкт-Петербург, где его захоронили на Смоленском кладбище в семейном пантеоне Вилькицких, рядом с могилой отца и младшего брата. Что примечательно, за весь срок эмиграции, что вот хочется вам просто на этом сделать такое ударение, Вилькицкий не поменял свой российский паспорт на паспорт иммигранта, нансенский паспорт, что давало ему трудности в передвижении и в общении с родными. В честь Бориса Вилькицкого и его отца Андрея названы пролив Вилькицкого между Таймыром и Северной землей, а также залив в Баренцевом море, два мыса и ледник на острове Новая Земля, четыре острова в Енисейском заливе, среди островов Делонге, в заливе Терезе Клавинес и на архипелаге Норденшельд. А подробнее о Борисе Вилькицком и его жизни после открытия Северной земли мы узнаем из следующего ролика. Борис Вилькицкий, безусловно, один из самых значительных русских путешественников, но чье имя притом известно не слишком широко. Почему? Отчасти на это дает ответ великий полярник Роальд Амундсен, который описал его открытие в 1913-15 годах. И в мирное время эта экспедиция возбудила бы восхищение всего цивилизованного мира, а ее руководитель получил бы признание, которого заслуживает его подвиг. Да, шла мировая война, планете было не до арктических плаваний. А потом наступил 17-й год и гражданская война. И Вилькицкий, кстати, вместе со своим подчиненным по полярной экспедиции Колчаком, занял антибольшевистскую позицию и проиграл. На популярность в советской России белый контр-адмирал рассчитывать не мог. Сын генерала, юный Вилькицкий, удивительным образом сочетал в себе необычайные таланты, храбрость с какой-то детской чистотой. Когда он 20-летним принимал участие в войне с японцами, про него рассказывали историю. Когда мы проходили мимо какой-то фанзы, где курица с цыплятами клевала зерно посреди двора, разорвался недалеко снаряд. И Вилькицкий вдруг бросается в китайский двор. Мы ничего не понимаем, но он сразу возвращается и, сконфуженно улыбаясь, говорит: «Надо было прогнать куриц, их могло ведь убить». Несмотря на свою видимую нежность, Вилькицкий напросился на смертельно опасную подводную лодку, притом еще и бывал на порт-артурских бастионах, где и получил пулевое ранение в грудь. А когда ему не было и 30, он принял командование над многолетней гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана. Она и принесла ему славу полярника. В августе 13 года два его судна, Вайгач и Таймыр, натолкнулись у мыса Челюскина на сплошное поле льдов. Он приказал взять курс круто на север, пробовать обойти преграду. Так и натолкнулась экспедиция на огромный массив суши из приказа Вилькицкого.
Нам удалось достигнуть мест, где еще не бывал человек, и открыть земли, о которых никто и не думал. Мы установили, что вода на север от мыса Челюскина не широкий океан, как это считали раньше, а узкий пролив. Это открытие само по себе имеет большое научное значение. Оно объяснит многое в распределении льдов океана и даст новое направление поискам Великого Пути. Открытые острова назвали землей императора Николая II. В годы большевиков их, конечно, переименовали в Северную Землю. Вообще, это считается последним из значительных географических открытий на нашей планете. Столь большой архипелаг. Приход к власти большевиков монархист Вилькицкий спокойно принять, конечно, не мог. И когда в Архангельске ситуацию в руки взяло северное правительство белых, он встал на их сторону. И именно контр-адмирал Вилькицкий руководил морской эвакуацией этих сил в 1920 году, когда их разбила Красная Армия. А часть своих судов перевел в Крым в Врангеля, чтобы и там помочь со спасением белых частей. Вчерашнего противника, однако и опытного полярного мореплавателя, пыталось привечать советское правительство. Сам нарком Красин несколько раз приглашал Вилькицкого для руководства арктических плаваний в СССР. И тот даже на пару навигаций соглашался, но все же принял решение с большевиками не сотрудничать. В ожидании лучших времен принялся за изучение промышленного птицеводства, отойдя от политики и перейдя в частную жизнь. В какой-то момент он и вовсе подписал договор на работу в бельгийском Конго. Из арктического адмирала стал тропическим. Борис Вилькицкий, конечно, очень скучал по родине. Однажды на склоне лет встретил советских полярников и с удивлением узнал, что его имя еще что-то значит. Говорят, с тех пор особенно мечтал хоть раз увидеть Россию. Но не успел. Умер в Брюсселе на 76-м году жизни. Слушайте, очень интересная история, и очень жаль, интересная что история, порой важные события остаются незаметными. Я так понимаю, что Борис Вилькицкий — это русский Колумб. Он открыл новую землю и тем самым увеличил территорию нашей Родины. Да? Меня это очень так. Меня очень удивило, что в экспедиции Вилькицкого принимал участие Александр Колчак, который, о котором ранее вы рассказывали нам, когда говорили про поиски земли Санникова в экспедиции барона Толя. И то, как тесно между собой связаны вообще экспедиции, путешественники того времени, это очень интересные факты. Экспедиции на самом деле связаны между собой, особенно вот такой небольшой промежуток времени. Но Вилькицкого и Колчака связывали не Арктика, а связывала борьба именно против советской власти. Они воевали вместе. Вот тут они были вместе. Понятно, Ирина, расскажите, спасибо. Пожалуйста, чему будет посвящена следующая рубрика, чему будет посвящен выпуск? Следующая наша передача будет посвящена, ну, наверное, совсем забытой экспедиции, которая была в 1912 году, экспедиция Брусилова. Наверное, вы даже не знаете, не слышали про такую экспедицию. Так вот, нам помогут в этом книги. Это такие, как «Русские экспедиции в Арктику» 1912-1914 год, «История открытия освоения Арктики» и еще одна книга, написанная Валерианом Альбановым «На юг земле Франца Иосифа». Эту книгу я вам покажу как раз и расскажу в следующей передаче. Отлично, Ирина. А я хочу напомнить нашим зрителям о том, что, дорогие друзья, вы можете стать обладателями ценных подарков в виде книг от издательства «Паульсен». Для этого вам нужно зайти всего лишь в социальную сеть ВКонтакте, найти там группу «Бук-навигатор», посвященную нашей рубрике, и ответить на вопросы, которые Ирина задавала в своем рассказе. И тем самым у вас будет шанс получить самый ценный приз, наверное, который может быть. Это книга. Ирина, спасибо вам большое за такой интересный и познавательный рассказ. Не устаю повторять о том, что действительно мы узнаем с вашей рубрикой очень много полезных фактов каждый раз. Спасибо вам, друзья. Спасибо. Спасибо, Ирина. Всего доброго вам. До новых встреч на канале ПропоКод ТВ. До свидания.